Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. 27 марта пройдет межмуниципальный молодежный форум «Старт в карьеру 2017. Будущее начинается сегодня», который направлен на решение двух основных целей. Первое – это взаимодействие кадровых агентств и работодателей с выпускниками филиала в рамках создания кадрового резерва на предприятиях города и северо-запада республики. Второй целью является создание образовательной площадки для молодежи по актуальным проблемам нацеливания молодежи и обучающихся на создание проектной деятельности с перспективой на участие Российской молодежной форумной кампании. Также хочется отметить, что лучшие проекты будут вознаграждены молодежным комитетом городского округа город Нефтекамск.